Итак, мы начинаем. Сегодня нас ожидает 9-й тур. Как его пройти? Не знаю. Что будет? Не знаю. Но мы с вами идем. Смело. Ой, как же тут пройти-то? Так, включаем дракона. Дракона. И надеемся на Ахна. Ничего не получается. Автобой не дает никаких результатов. Так, появляется главный босс. А мы атакуем не его. Что делать? Что делать? Так, все зависло. Ебаем собачьим. Мы пошли в атаку. Да он урон никакой не получает. Ёлки-палки, что происходит? Что за дерьмо? Ну-ка. Ну-ка. Все нам. О, смотрите, монетки дали. Прикольно. Но это с драконом. А как самому пройти? Вообще не знаю. Так. Надавали мне всякой фигни. Так, нету. Будем покупать проходки. Вот, допустим, здесь. Сколько же нам выпадет? 10. Да вы что? Да я просто могу предсказывать, оказывается. Идем дальше. Осталось всего 2 дракона более-менее мощных. Начинаем вот так работать. Нам главное разрушить. Так, все, мы сделали. Теперь закидывает это. А, мы же не сделали ничего. А где босс? Что за дичь? Где босс? Так, идем к нему. И скажем, что он был неправ. Ой, блядь, а он какой-то плюшевый здесь был. А, это дракон был на... Это как называется? На мороз, на воду. И он ему показал, что он здесь был неправ. Но было неплохо. Придется все взять, потому что не найдешь, где сундук. Ну что ж, открываем еще один сундук. Как нам повезет? Опять 10? Неужели? Неужели? Да мы счастливчики просто. Игра просто нас балует. Так нельзя. Идем еще. Остается один дракон. Это самый мощный дракон, но не по урону. Не который дает урон, а который готов выдержать на себе весь урон. Погнали. Так, разрушено. Разрушено. Держимся. Держимся. Пацаны, держимся. Пацаны. Что случилось? Почему вы... А надо 3 башни разрушить. Ёлки. Нас к такому не готовили. А нет, вот он. Мы идем ему показывать, что он был неправ. Но что-то не показывается. В этот раз что-то не показывается. Мы почти погибли. Ух ты ж, блядь, почти погибли. Это было жестко. Но у нас не было банок-то. Мы сейчас их подключим. Вот они. Я специально их вывел вот сюда. Это был жескач. Открывать сундук с чем-либо в пустом городе нельзя. И поэтому здесь выпадет 10. 20. Может быть и можно. Так, сходим еще 2 раза, если... А, у нас нечем... У меня нет драконов таких, более-менее. Ну, давайте попробуем. Что же сейчас будет?
Это просто жесть. Бесполезный дракон. И увлечение. Главное не забывать закидывать драконами. Они атакуют там. Закидываем драконами. Закидываем. Просто закидываем. Почему эту штуку я еще не поразил? Ой, бля, что творится? Что-то пошло. Я нажимаю. Еще. Главное следить. Главное следить. Дракон не запускается. Сука, ничего не запускается. Управление. Управление не позволяет мне что-либо сделать. Так, а уже появился, нет? В общем, все. Все пошло по пизде. Включаю все возможности. Все впустую идет. Что происходит? Где? Аж даже эта штука подвинулась. Ну, наконец-то появился босс. А босс-то, смотрите, какой... Не дурачок местный. Что-то сейчас не получается. Ладно, пойдем объясним ему. Где его место? Я уже третью банку не использую. Все, мы его закатали. Так нельзя, так нельзя. Это скотство. Так, главное, чтобы в городе кто-нибудь был. Так, ну есть. Тогда будем открывать. Так, нам надавали много монет. И мы можем еще два раза сходить. Конечно, не выпадет. Не выпадет. Но очень хочется. Не мучиться, а сразу получить. Так, 1-2. Дай. Так что, мы три раза сходили? Ничего себе. Такие мучения. А, 4. 4 раза. Прошлый камень я с 20 раза открыл. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот он. Вот он, этот камень. Заветный. Хуй-то там. С первого раза не получилось. Со второго. Ну. О, все, пиздец. Это было классно. Это было здорово. Мы победили. Главное теперь его не продать. И не удалить. Так, ну больше и нету. Пойдемте его гранить. Вчера надо было гранить все камни, которые вы набрали. Ну или сразу, если у вас есть возможность. Просто вчера была огранка максимальная. Как она называется-то? А я не помню. Ладно. Я потерял камень. Где мой заветный камень? Сука. Гранить нечем. Может, тебе хватит? А, плевать, на тебе. Ну, давай нам. Ну, вряд ли, потому что... А, нет, смотри, отличная гранка. Блин, не хочется никуда бегать. А этого не хватит, да? Ну, почти. Ну, если повезет, сейчас будет мега-огранка и... А хуй-то там тебе, на тебе, сука. Мега-огранку, иди бегай, блядь. Но так всегда бывает. Хватит этого? Неужели мы получим? Мы получим... А что мы сейчас получим-то? Где-то закопался... Не работает. Надеюсь, у меня все камни. Ну да, вчера же было это мега-огранка. Я все огранил их накопившимися камнями. Неужели мы сейчас, вот прямо сейчас, на ваших глазах, на моих глазах получим то, что получим? Что нам там сегодня предлагает там? Что? А, медаль. Да, все. Мы можем получить... А, я не знаю, у меня вот эти монеты, может быть, слишком много. Ай-яй-яй-яй, сейчас придется куда-нибудь сливать их.
Ну, давайте попробуем. По сравнению с прошлым, у меня достаточно сильная. Повысится сила, урон. Все. Мы получаем. Получим или надо будет тратить еще вот эти монеты? А? Ну, да. Эх, какая печалька. Что ж на них можно купить-то? Ну-ка, показывай. Серебро. А это что такое? Дракончик. Так его и так дают бесплатно. Бля, вы что, серьезно? Вот просто нечего купить. А гранка, да зачем она мне нужна? Серебро. А может серебро, наверное, надо купить? Почему? Да возьму серебро. Да возьму два. Заверните. Все. Итак, неужели это свершится? Неужели? Неужели? Давайте нам медаль. Все. Мы ее получили. Это победа. Но не совсем. Мы еще ее не одели. Где она там? Вот она. Ну ладно, еще камни надо менять. У-у-у, какие мы стали. А какие мы были? Ну, на 400 силы, да? 564 будет, да? Да. 551. Все. Теперь мы сильные. Мы настолько сильные, мы настолько верим, что мы сильные. Что была, не была. А, но не была, видимо. Где мои монеты? Где? А, вот еще. Ну-ка, 15 дай нам. Дай 15. Какая жадность-то. Сука. Но ничего. Давай те еще купим. Сколько там можно? Два раза купить? Ну, как раз мне надо потратить. Иначе у меня уже почти 100 миллионов золота. А то фармишь, а все впустую. Я чувствую силу. Со мной сила. Вы не понимаете. Со мной сила. Я получил эту медаль. Теперь я силен как никогда. Сейчас я это проверю. Я не буду это проверять. Я это знаю. Это знание... 25. Я иду к тебе. Опять. Ну, на всякий случай, дракона выпущу. Ну. И у меня есть медаль. Медаль знания. Я топовый боец. Я могу. Я это сделаю. Ха, слабак. Ты посмотри на мою... шапку. У тебя не было шансов, блядь. И 25 мы взяли. Потому что с нами сила этой медали. А так нет, ни хрена. Ничего не получилось. Ну, мне это не надо. Ну, заберу. Ну, вот так это было. Всем пока.